Все лифты, которые меняли в рамках программы капремонтов, готовы. Об этом доложили сегодня подрядчики первому заместителю мэра Вологды Сергею Воропанову в ходе инспекционного выезда. Часть подъемников уже запущена, по остальным заканчивается оформление страховки. Этим занимаются управляющие компании. Новую технику опробовали и ревизоры, и наши корреспонденты. В этом году по программе капремонтов новые лифты появились в 17 домах. Всего заменили 39 подъемников. Еще на этапе проектирования представители Вологодской городской общественной организации инвалидов выступили с предложением. Там, где позволяет планировка дома, заменить лифты с учетом требований программы «Безбарьерная среда». Те требования, которые мы попросили учесть, фонд капитального ремонта выполнил. Это расширение, насколько позволяет конструкция здания дверного проема в лифт, в лифте установлено, мы видели зеркало, поручень и установлена тактильная панель управления, что целиком полностью соответствует требованиям безбарьерной среды. По контракту срок сдачи домов, где велись работы по замене лифтов, 10 декабря. Подрядчик в сроки не уложился. Почему, сейчас он объясняет специалистам фонда капремонтов. Основная причина задержки в том, что была сорвана поставка оборудования ввиду того, что капитальные ремонты идут не только в Вологде, а по всей стране. Соответственно, лифтовые заводы работают в 3 смены, и просто у нас была, не смогли отгрузить вовремя оборудование. Будут применены штрафные санкции, если не будет объективных причин. Подрядчикам изложено, по какой причине на 6 дней он нам отсрочил приемку лифтов. Поэтому все согласно договору. Будет ли компания оштрафована, еще обсуждается. Но такая практика уже применяется к тем подрядчикам, которые срывают сроки и недобросовестно выполняют свои обязательства. Они же будут компенсировать ущерб жителям. Вот здесь, на Пролетарской, 73, это просто необходимо. Ремонт кровли идет давно. Когда была оттепель, квартиры на верхних этажах пострадали от протечек. Подрядчику придется все исправить за свой счет. У вас больших замечаний сейчас нет? Нет, по протечкам нет. Договорились подрядчики? Да, да. Все замечания будут устранены. Да. Всего в этом году капитальные ремонты идут по 56 адресам. Приняты 17 домов, где меняли лифты, и 20 многоэтажек, где шли комплексные работы. По большинству остальных адресов ремонты в финальной стадии. Общая степень готовности 94%. А вот на 7 объектах работы перенесены на следующий год из-за недобросовестного подрядчика. На сегодняшний день порядка 94% выполнения по практически по всем домам, это по комплексному ремонту, за исключением нескольких домов, где, как вы знаете, у нас работает подрядчик, который не выполняет свои обязательства, где подрядчик у нас не успел выполнить работы по системе теплоснабжения, мы законсервировали эти объекты, чтобы не оставить людей без тепла зимой. Добавим, сейчас региональный оператор заканчивает подготовку документов для проведения конкурсных процедур по ремонту на 2017 год. Предварительно в списке 57 адресов, в том числе в 13 домах будут заменены лифты. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда Портал.